Девочки сами идут в кафе. Ручками не трогаем, стекло, оно полированное. Это когда вы вырастете, как мама. Руками не трогаем. Когда вырастете, будете как мама делать тортики и будете покупать. Чего? И на тортики да, будете наклеивать. А что, это истинные? Да, это все истинные. Руками стекло не трогаем, оно отполированное. Вот пироженки. Стекло не трогаем. Можно. Ну, давайте глянем. Можно все. Все? Руками не трогаем. Я хочу вон ту, вон ту. Какой ты? Руками не трогаем. Шоколадное? Какое? Вон ту. Это и это. Нет, одно. Девочки, вот это вкусно, в коробочке, вот это вот. Нет, вот это хочу. Так это эклеры, а это маленький, тебе будет удобнее кушать. Я хочу эклеры. Даша, что ты будешь? Я пока еще не выбрала. Руками не трогаем. Ну? Думаю, я возьму... Руками не трогаем. Я не знаю, какую я возьму. Я возьму... у меня пока идет выбор между вот этим белым. О-о-о. Да давай же. Все-таки я беру белый вот этот. А я видишь, на котором... Руками не трогаем. А можно я тоже эту хочу? Да, дай мне шоколадный. А давайте беру. Два разных. Один половинку того. Я шоколадный. Какой? Шоколадный. Трикутный? Вот этот? Какой? Треугольный? Вот этот. Ну, я белый. Ксюш, выбирай. Тогда ты что-то другое. Тогда я вон тот тортик. Шоколадный? А ты шоколадный? Тогда я вон тот тортик. Шоколадный? Да. Все. Да. Надо было слышать. Даша, еще раз скажи, что ты заказала? Пуа. Как план. Зовут? План. Вот это и вот это? Угу. Ксюша, руки. Угу. Так. Нет напитков? Нету. Вишки, стоп, 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 стоп. Дашь мне. Съешь половиночку, потом делимся. Напиток не купили, он с холодильника. А мы после соревнований, поэтому купим теплый напиток. Зайдем сейчас сок. Кафе хорошее. Мы когда приехали в сентябре прошлого года, и машину остановили возле этого кафе. Называлась «Карамелька». И девочки себя зовут, что они девочки-карамельки. И мы припарковались возле этого кафе и уже здесь рядом поселились. И иногда заходили. Пирожные здесь кушали. Сейчас мы без мамы. Наша мама сейчас волнуйся. Маша, да, наша мама еще. Не волнуйся, не волнуйся. Все будет хорошо. Надо быть аккуратным просто. Мама будет там лежать неделю. А никто не в больницу, никто не кладет. Не надо трогать руками. Кушаем аккуратненько и потом купим сок. Или водичку запьем, что захотите. И пойдем еще на качельки. Вкусно? Боже мой. Даша упадет. Ксюша молодец, аккуратно кушает, маленькими порциями. Даша, ты торопишься. Надо маленькими порциями. Ложечка маленькая, да, и порция маленькая. Ксюша молодец, аккуратно кушаем. Сладкая жизнь карамелек. Девочки-карамельки в кафе «Карамелька». Кафе «Карамелька». Сладкая жизнь. Детство. Давно мы здесь не были, правда же, девочки? Mm-hmm. Все, обычно я пицца. Сюда не пришла. А девочки, ну да, не всем можно пирожные кушать. Здесь всегда все свежее, в холодильниках, поэтому мы без опаски пришли и дегустируем. По половинке каждый кушает пирожное, а потом меняется. И так получается. Ты поторопилась очень сильно. Ксюша еще не готова. Посиди немножко. Теперь подожди.
Не спешите. Вот, Ксюша, молодец. Кушаем аккуратно. Не надо, не спеши. Не торопись. Мы отдыхаем. Мы еще будем на качельках гулять. Маму будем ждать. Так, поменялись вкусняшками. Угу. Поэтому надо всегда брать два разных пирожных. Они большие по порции очень. Стоят 6 лей. Это где-то 50 гривен, ну меньше, 80, ну, примерно 50 гривен, это чуть больше евро. Больше евро там. Вот. Понемножку кусаем, аккуратненько. Сочка вот тут вот. Очень сладко. Ближе подвинь, у тебя все падает. Да, вот это будет очень сладкое. Сверху карамель. Вот эта карамель очень сладкая. Так она еще с шоколадом? Да. Карамелька очень. Угу. Она классная. Супер. Просто бомба. Просто бомба карамелька. Холодная, холодная. Мамки, давай он холодный. Ну. Да, все, пока. Даривидеры. Все. Красота какая красивая. Какая красота. Девчонки, вырастите будете кондитерами? Руками не трогаем. Смотри, Ксюш, ты что, не помнишь ничего? Смотри, если видишь, это мое Эльза. А это когда вы... Это... Я хочу.